Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Добро пожаловать на прохождение, своевременное прохождение GTA-шки в 2018 году. Взгляните на моего сексуального СиДжея. Тихо! Это было близко. Но копы меня не повязали. Так, секунду. Нам нужно это загнать сюда. Оу. Я что, украл у полиции мотик, что ли? А я могу в этот, кстати, запихнуть гаражик? Нет, не могу. Ну, пожалуйста, открой. Пусть будет просто где-нибудь в углу. Так-то он мне не особо нужен. Можно будет потом заняться работой сутенера еще. Если деньги будут нужны. Но вроде бы денег у нас достаточно, чтобы купить дом Zero. Или как он там называется. Так, давайте взглянем, что у нас есть. Я немножечко подзабыл, на чем остановилось прохождение. А, то есть у нас со слепым миссии и Zero. Ну, в таком случае мы с вами пройдем миссии слепого. Или нет? А, Джизи. Окей. Окей. In a four-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. И тебе того же. Arrivederci. Хорошо. Видимо, со слепым мы пока подождем. Итак, это у нас очень даже близко. Кажись, мы можем отсюда выпрыгнуть на шоссе и как-нибудь там, да, проберемся. Звучит как план. Погоди. Вроде бы здесь. Да, мы реально можем здесь спрыгнуть и затем с другой стороны выйдем. Отлично. Если память мне не изменяет, то эту миссию я, как бы так выразиться, запорол. Стой. Стой. Эх, жаль, конечно, что машинку придется оставить. Она неплохая. Не понял. А. Неплохо. Я же вижу, он там на заднем сиденье. Вы видели, да? Почему я вижу, а СиДжей нет? Кретин. Так, хорошо. Езжай к месту, где припаркован фургон.
А, то есть я просто по дороге могу рвануть. Хорошо. Я вот только понять не могу, это знакомо. Но прошел ли я на стриме эту миссию или нет, вот не припомню. Ух ты, там РПГ. А, все, все, дошло. Дошло, я там рипнулся. Отлично. Так, значит, нам нужно поехать просто перед фургоном и всех перестрелять. Замечательно. Так, погоди, погоди, погоди. Все, я понял. Мы сейчас просто стрельнем из РПГ пару раз, и все будет замечательно. В принципе, у нас там есть даже снайперская винтовка. Ух ты, смотрите, что можно сделать. Понял. Они с этой стороны, что ли? Да. Только я там особо никого не вижу. Вот теперь вижу. Избавиться от следующей засады. Окей. Изи. Прям как по маслу все прошло. Так, ну-ка. А следующая засада у нас прямо по курсу направо. Хорошо. Мы могли бы с другой стороны заехать, но учитывая, что у нас есть РПГ? Я думаю, что не нужно. Возможно, мне даже не понадобится РПГ. Мы сэкономим выстрелы. Что за срань? Это вообще как? О, калашик. Вон бак. Погоди, погоди, погоди. Не доезжай. Пока что сюда. Избавиться от следующей засады. Ох ты! Я как-то по времени не успеваю. Придется юзать РПГ. Потом. Погоди ты. Так. Он доедет быстрее, чем мы. Но надо попытаться все-таки. Да. Вот отстойно. Черт. Ладно. Видимо, мысль с экономией. Так, отъебись.
с экономией времени провалилась. Тогда сделаем так. Чтобы не мучиться, просто рестартик. Нет, я не хочу это проходить. Ну, давай. Используем полицейский мотик. Пропускай, пропускай. Отлично. Он неплохой, кстати. Стоп. Нам сюда. Не нравится на нем колесить. Ну, как минимум, получше, чем обычный. Огнетушитель. Я как бы не знаю зачем, но я подберу. Пропускаем. Зараза. Я так и задумал, вот, серьезно. Так и задумывалось. Да, придется юзать РПГ, чтобы время сэкономить. К сожалению, выбора у нас нет. Вроде мы быстро всех убили, но фургон, скотина, доехал очень шустро. Тихо. Тихо. Ай! Тупица. Давай поближе, чтобы время опять же сэкономить. Отлично. Еще один челик там. Ну, этот раз норм, я считаю. Быстро получилось. Может быть, даже оружие сможем поднять. Успеем, да. Жаль только, что калаш один, но... Хоть так. Пиздец! Как
каковы вообще шансы? Просто вылетел и поймал зубами. РПГ! Ну и жесть. Пока они дерутся с этой шкурой, я... Стоп, я не могу миссию взять. Давай, 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 давай. Быстрее, быстрее, от копов будем удирать. Бэтнер! Джизи. Блин, тачка-то... То есть я просто так звезду, что ли, получил? Ни за что. Отлично. Прорвемся. Одна звезда — это мелочь. Сейчас выветрится. Копы, они как старые псы. Они очень быстро теряют запах преступника. Все, я что говорил? Изи. Ну, там звезда. Блин, ну вот, но на третий раз мы точно должны пройти уже без сучка и задоринки. Или зазоринки. Черт возьми, это сложно. У меня возникли проблемы всего лишь на фразе, а нам еще миссию надо пройти. Печально. Давай. Пш. Ладно, попытаемся выиграть время. В прошлый раз мы быстренько все прошли. Теперь будем следовать более наглому принципу, то есть мы попытаемся подобрать у них оружие. Окей. Что-то пошло не так. Братишка, он едет, нам надо быстрее. Ладно, придется с этой стороны их расстреливать. Почему они смотрят туда? Быстрее! Тупая ты скотина. Так, стоп, у нас мотик сейчас. Да ёпт! Кажись, это плохая идея. Ладно, ладно, нормально, нормально. Он долго еще будет ехать. Верно? Верно. Избавляемся от следующей. Вот здесь мы используем РПГ. Ну, было бы просто шикарно, если бы в этой игре на кнопках можно было бы оружие выбирать. Мне нужны эти патроны. На будущее.
припаркуемся здесь. Ладно. Прокатит и так. Избавься от последней. Да, изи. Так а где он? А, он поворачивает. Хреново. Слушайте. Надо избавиться от всего этого. Опс. Опс. Ладно, 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 офицер, извините. Избавиться от всего этого дерьма нам нужно было. Но, окей. Я, видимо, недооценил навыки вождения этого офигеннейшего фургоноводителя. Так что не нужно было избавляться от лишнего. Все нормально. Надеюсь, направо, да? Скажи, что мы едем на... Да, направо, по людям. Отлично. Миссия пройдена. Okay, we made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Отлично. 9000. Ух ты, у меня 3 звезды. Нет. Минус все оружие. Я не буду перепроходить, но блять! Минус все оружие. Да пошел ты со своими наркотиками. Я только что потерял РПГ, снайперку, кучу. Ох, пиздец. Стой! Скотина! Ну почему так не прет? Ну не хочу я заново проходить. Ну там столько... А, столько оружия. Ладно. По факту нам только СВГ надо. Блин, здесь нигде больше не закупишься, что ли? Только в каких-то ебенях. Ладно, поехали к слепому. Попробуем его миссии попроходить чутка. Денег у нас, однако, много. Блин, но это же нифига себе. С другой стороны, это же как бы мафия. Там стрелять надо будет. Едем за оружием. Я чё-то боюсь. Нам придется приобрести оружие. И поставим здесь точечку.
wonderful drive. Пикап говно, если что, я не виноват. Просто пикап говно. Стоп, я промахнулся, что ли? Черт, это ножницы. А я еду, все нормально, хорошо. Вот, Ammunition. Guns, guns, guns. Так, ой, стоп, назад, назад. Автоматы. АК. Покатит. 3500, да, нормально, нормально, у нас много денег. И броня очень даже поможет, причем очень дешево. Любой нигер может броню себе позволить приобрести. Снайперская винтовка. Ладно. Ладно. Пусть будет, не помешает тоже. Ну и все, SMG не будем брать. Дорого. Да, тоже, что мы потеряли. Только всего 10 выстрелов, но как бы... Что поделаешь? Нельзя же все деньги потратить, как-никак. Мы еще должны купить какому-то левому челику за 30 тысяч магазин. Я вообще не понимаю, как это вот связано со мной. Почему я должен отвалить все мои кровно наворованные деньги. Но, эй, как бы. Жизнь говно, придется отдать. Будем считать это благотворительностью. Так, стоп. И я не поеду к слепому, я передумал. Так как, учитывая мои неудачи с копами... Нужно заехать домой и сохраниться. Да. Обязательно. Так что мы... Секунду. Это надо снять. Это надо... А, на съедем, да. Надо сохраниться, потому что мы снова потеряем все. И я буду бомбить. Секунду. Не солидно на этом пикапе разъезжать. Поэтому мы ограбим этого Homo. Но не Sapiens. Чтобы выглядеть более солидным. Все очень просто. Мне нужно чувствовать дорогу. Понимаете? Чувствовать. В пикапе я ничего не чувствую. Только запах какого-то мертвого бомжа. Которому этот пикап ранее принадлежал. Так, отлично. А, ну, не волнуйтесь. По поводу чит-кодов, это на сексуальный костюм БДСМщика. Жаль, я не помню его, но ничего. На следующем стриме мне помогут. И вы снова сможете лицезреть этого сексуального, полностью черного парня. Да. Мы потеряем точилу, верно? Ну, неважно, неважно. Она не такая уж прикольная. Не хочу ее в гараж заводить. Здорово, Джетро. Снова этот 10-копеечник и его дегенерат-друган. В смысле, ты ничего не ответишь? Терпила. Yeah, anyway, we need you to shut him up for us. And that Stooley, shut him up too.
Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him! Oh, this is a nice place, Carl. Окей. Снайперскую. Да ладно, я ух ты, кстати, тачку не своровали. Я купил себе снайперскую винтовку, чтобы получить ее снова. Твою мать! Ну, несколько патрончиков, конечно, лишних. 10. Может быть, это будет неплохим подспорьем, но... Ну, черт возьми. Я все-таки немного разочарован. На, он дал нам всего 5 выстрелов. Так, ладненько. Давайте мы взглянем, куда нам нужно двинуться. А, здесь совсем близко. Стоп, а как мне? Просто на дорогу надо. Почему она так криво показывает? Вот там мотик стоит. Может мне на мотике поехать? Будет выгоднее. Да. Эй! Нифига заносит. Ух ты! Опасность! Опасность! Интересно, они могли бы мы просто сесть в поезд с ним? С ним и снайперской винтовкой. Ну хватит, мы что едем в другой конец карты, что ли? Братиш. Черт возьми, мне потом возвращаться хрен знает сколько. Можно, конечно, по железнодорожному полотну, но... Я не верю в свои силы. Я втаранюсь. Боже мой, ничего не видно. Эй-эй-эй! Ямба. Прикиньте, если он в Сан-Андреас приедет, или как там, Лос-Сантос, или... Короче, тот город, где мы начинали, я, если честно, не запомнил название. Я думал, что это называется Сан-Андреас так. Ну, ну вы можете меня поправить, конечно же. Ну, вы поняли, это байт на комментарии. Угу. Черт возьми, ну остановись ты уже где-нибудь в тоннеле, чтобы я его просто убил и покончим с этим. Машинист, машинист, ты уёбок. Извините, вырвалось. О! Так и что мне дальше делать нужно?
Нервометр. Или нервометр. Нет, я думаю, нервометр круче звучит, верно? Только я пешочком не хочу. Двигаться. Самая беспалевная слежка вообще за всю историю. Господи, насколько же я беспалевный. Пусть Джеймс Бонд лизнет мои яички. Ну-ка, ну... Если что, я могу выехать, просто как бы я беспалевно так держусь далеко от него, да. Да увеличил я от этот самый. Что? Ну в смысле, я уже... Блять! Я уже увеличил ебучее расстояние, какого х... Хера. Скотина ты тупая. Ну серьезно. Ну ладно, Джеймс, не надо мне. Короче, то, что мы про яйца договаривались, забей. Ну блин, так нечестно. Сейчас снова херачить хрен знает сколько времени. Идите сюда. Ну-ка, давайте нашу винтовочку. Блин, какой отстой. Просто отстойнейший отстой. Вы просто представьте себе. Что поезд прибыл на станцию, у тебя слишком мало времени. Я хочу нажать доехать сразу же. Тихо. Давайте на машине, короче, чё. Вряд ли мы выедем туда. Жаль, что как бы быстрое прибытие не работает с этой миссией. I'm sorry. Я еще пожалею, что я не взял мотик. Придется там где-то воровать тачку. О, господи, как же заносит. Ну ладно, мы где-то пол дороги уже проехали. Я начинаю остывать немного. Только как мне потом... Как мне на машине выбраться? Вот скажите, вот все, кто вот этот момент сейчас смотрел и... И в прошлый раз, вот мне казалось, что там какая-то невидимая стена, и мотик просто не едет. То же самое с автомобилем. Буквально на секунду. Как будто какой-то глич, что ли.
Я понимаю, что он ехал, но... Ну вот как же странно это выглядело. Особенно на мотике. Вот машина побыстрее почему-то проехала этот участок. Хотя вроде скорости там и там одинаковые. Ну то есть я за поездом еду, не отстаю. Ни разу. Очень странно. Это, кажись, конец. Скажи, что это конец, пожалуйста. Итак, хорошая новость. Я могу выехать сюда. Так, если репортер начнет подозревать о слежке, он отменит интервью. Не подходи к нему слишком близко, чтобы не спугнуть его. Репортер покинул поезд. Садись к нему на хвост и следуй за ним. Не дали дочитать, мрази. Ну, придется ждать, в общем. Пока он свалит. Тихо. Да, на мотике было проще, однако. Нет, я не выйду. Так, Сигарет ловит. Где мне своровать тачку? Ну, я думаю, что нам дадут там некоторое время. Ну, не надо же сразу же за ним ехать. Верно? Да нет, ну как, почему она набирается? Я убежал. О, боже мой. Дерьмище-то какое. Так, погоди. Тачку. Где-нибудь. Стой. Давай. Быстрее. Только не провал миссии. Я не перенесу этого во второй раз. Сука. Ох, какой пиздец. Нам нужен мотик. Блять. Невероятно. Просто невероятно. Ну кто так придумал? Это же так тупо! Нет, пешком мы не можем. Мы слишком толстые. Вот наш мотик. Не знаю, как вы, но у меня депрессия. Не знаю, как вы себя чувствуете, я имею в виду. Третий раз. Это унылая погоня за унылым поездом. Невероятно. Вот бы запрыгнуть на него.
Вот мне кажется, что при каком-то определенном количестве поражений для вот таких вот инвалидов вроде меня нужно сделать автодоезжание. Вот как на обычных миссиях, где ты сливаешься, чтобы не мучиться этой ездой. Вот снова как будто... Видите, как только что было. Это что, как будто невидимая стена. Да, о чем я? Так вот, здесь тоже надо это сделать. Ну, серьезно. Rockstar Games. Это просто убивает меня. Это невыносимо. Чертов поезд. Он, кстати, с рельс сейчас съехал. Но мы не будем об этом. На самом деле, он постоянно с них съезжает. Я просто только сейчас заметил. Потому что я у мамы наблюдательный. Да, мы доехали уже, ребятки. Мы доехали, все хорошо. Теперь мы точно пройдем эту миссию. Надеюсь, больше не будет заковык никаких. Ждем. Что у него в руках? Это фотоаппарат? Или это просто такие руки? Как будто он орангутанг. Большие. Ждем, когда там такси подъедет. Эй, пута! Нет. Нет, увы и ах. Нет, 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 нет. Это была шутка. Ты страшная. Поехал. Что он там проорал? You knew it how? Чего? Это же не имеет смысла. Ну вот, езжай давай. Кто вообще следует правилам дорожного движения в этой игре? Я не понимаю, что за неправильный таксист? Смотри. Снова.
Заткнись. Я на работе. Нет, я как бы могу пропустить, в принципе, чё. Что, я совсем уж, что ли, изверг? Считаю, что у меня мотик. Так. Главное, аккуратно. Я не вынесу четвертый раз проходить эту миссию. Это просто жесть. Этот поезд... Я ненавижу поезда. Ты сильно отстал? В смысле, я не сильно отстал. Какого? Я близок. Я же вижу его. Сейчас я даже слишком близко подъехал. Упс. Вот незадача. Интересно, что бы произошло, если бы я в реальной жизни на мотике втаранился бы в столб? Нет, как бы неправильно. Что бы произошло со мной в больнице потом? После того, как я бы в этот столб бы въехал. Так, держи расстояние, говорит. Окей. Что? Почему он не умер? Но, блэд. Нет, вы понимаете, в чем прикол? Почему умерли бандиты, а он нет? Где он там бегает, скотина? Назад? Зигзагами. Ух, я на секунду испугался, причем так сильно испугался, думал, все, в четвертый раз будем ехать к поезду. Нахренеть. Джизас. Так, говно, говно, говно. Где эти самые зажиточные реднеки? Мне нужна хотя бы лоурайдерская тачка. В целом, я готов на что угодно, но чтобы оно нормально выглядело и ехало. То есть, не на что угодно, да, да, но вы поняли. Я немного наглый. Я просто... У меня в кармане 46 тысяч долларов, то есть я прочувствовал вот эту вот хорошую жизнь, и теперь я ворую только хорошие автомобили. Навык мотоциклиста. Навык мотоциклиста, кстати, это как плевок в душу. Мне нужна тачка. Сами на этом мотоцикле сраном разъезжаете. Оно мою шевелюру развивает на ветру, портит, то есть. Еще сквозняк. Я чихаю. Блин, говно. Сто. Оп. Да, 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 да. А вот и оно. Боже, какая ты стрёмная женщина. Не понимаю женщин, которые одеваются как мужчины. Я не про джинсы говорю, а в целом прикид, который как бы копирует прикид мужчины. Это же отвратительно. То есть я даже не понимаю, зачем. Они хотят казаться более мужественными, что ли. Но они же женщины. Они должны быть женственными. Как вообще можно с такой встречаться, которая выглядит как мужик? Ты как будто с мужиком встречаешься. Короткая стрижка в этих брюках, в пиджаке. Как будто встречаешься с каким-то задрипанным адвокатом. Не. Нам надо... Направо, наверное. Так будет проще. Да, направо. Ужас. I'm sorry. Я что, полицейских, что ли, поцарапал? Офигеть.
Жестоко, однако. Ну, одна звезда, ну вы сами знаете, да, что с ней сейчас произойдет. Да, запах KFC из окна моей машины улетучивается понемногу, и он уже иссяк. И копы не смогут меня преследовать. Просто в этой игре еще не изобрели возможность записывать номер автомобиля. Так, значит, нам проще рвануть направо. Окей. Меньше поворотов, меньше всякой суеты. Тихо, тихо. Себе посигналь. У меня все нормально. Подумаешь, на встречку выехал. Я просто рисковый парень. Так, прямо, все, понятно. Прямо и налево, замечательно. Все как в жизни. Извини, бабулька. И велик, ты тоже извини. Даже, наверное, больше, чем бабулька. Я тебя не заметил. Ты слилась с местностью. То есть ты была цвета воздуха, поэтому я не заметил. Ну, как бы, да, такое. Ну, жиза, бывает. Угу. Нифига себе тут движение. Я хоть туда еду? Да, я туда еду, хорошо. Неплохо так, я уж начал ориентироваться на местности. Точнее, карту просто более адекватно стал читать. Быстро доехал. Помню, в прошлый раз я минут 10 добирался с одного конца захолустья в другое. Стой, стой, тихо, тихо, тихо. Вот только начал себя хвалить, и эти пальцы, они пытались меня подставить. Так, мы не едем на шоссе, оно мне не нравится. Мы едем чуть дальше. Что это такое? Это какие-то гонки, что ли? А, это похоже на американский футбол. Нет, ненавижу. Это спорт для быдла. Ну, в смысле, американский футбол это спорт для быдла. Спорт в целом не для быдла. Хотя... Учитывая, что я ленивый, надо придумать еще отмазку насчет других видов спорта, да. Вот. Но регби, ну типа реально, блядь, ну для быдла. Какой-то тупорылый вид спорта. Просто бегают, пиздятся. Я не знаю, зачем смотреть регби, если проще на бокс сходить. Вот. Вот на бокс. Вот там все понятно. Два мужика пиздят друг друга. Там есть правила. Да, и не говорите мне, что в регби тоже есть правила. Они там есть, но мне на них насрать, и поэтому это все меняет. Вот, да. Ну, у меня неплохая логика, как бы. Она подстраивается под мои нужды. Откуда этот мотик взялся? Вот, да. Ну, в общем, к чему мы там пришли? К тому, что футбол для быдла американский. Да. Поэтому туда мы не пойдем. Так, тачку в гараж загоним. Неплохая тачка. Пусть там и воняет сиденье этой мужиковатой леди, но тачка все-таки неплохая. Сохраняемся. И на этом все. Спасибо за внимание. Кушайте много, кушайте полезно. Курочку с соусом. До свидания.